Всем привет, с вами я, Александр Новасов. Сегодня я играю в Warface. Это наша 17-я часть, если я не ошибаюсь, по прохождению Warface. В общем, важно, мы сегодня играем. Все камеры, все дела, все настроено, все хорошо. Играем себе вулкан, хардкор. Мы попытаемся все-таки его пройти. Но это не точно. Мы обычно на моем канале только сливаем катки Warface. Надеюсь, сегодня у нас все получится. Ну или хотя бы получится. Такие-то третьи. Ладно. Во всяком случае, если кто-то сейчас играет в Warface, проходит хардкор и смотрит мои видеоролики, то желаю вам удачи в прохождении хардкора. А мы начинаем. Или вы боты? Слили. Не знаю, какие пилюли они штампуют, но охрана тут круче, чем у Аберона. Будьте начеку. Зона только для персонала. Вы должны покинуть ее. Тихо. Снайпер убит. Еще кто-то. Снайпера больше нет. Выдвигаемся. Патронов-то мало. Надо опять эту штуку. Вас к выходу. Я подлечу. Помогите мне! Установили на своей базе автоматические турели. Мне уже сталкивались с ними во время кампании на Среднем Востоке. На первых этажах самые простые турели. Кодовое имя Кобра. Но не пытайтесь атаковать их в лоб. Последствия будут печальными. У этих турелей очень прочная броня. Это механические части. Сливальщики. Внимание! Вы не имеете права находиться
появится в самый неожиданный момент. Ее нужно взорвать немедленно, иначе погибнет вся команда. Ваш пропуск аннулирован. Так.
Я один. Первый раз такой. Ладно, буду тащить. Я затащу, ребят. Обещаю. Точнее, не ладно, я обещаю. Вы входите в запретную зону. Поверните назад. Есть? Так, я один, ладно. Так, тактика одного человека на хардкоре. Первый раз такое вы смотрите, это мастер-класс, как проходить уже на хардкоре одного, ребят, тактика. Внимание. На самом деле нет никакой тактики, я просто солью сейчас. Но это не точно, сейчас проверим. Сейчас у меня хп есть, будут? Сейчас будем дальше тащить. Так, тихо. Есть. Так, это есть, у меня все есть. Вы входите в запретную зону. Я про нее забыл. Там есть еще одна. Ладно, тактика продолжается. Так, тихо, выходим. Сливаем. Где она сидит-то? Мразь. Там сидит, вон угол. Вот она, гадина, вот она. Как она, Мурена или... Ошибка. Ваш пропуск недействителен. Оставайтесь на месте. Пройдем по третьему уровню, а потом жопу будет просто. Почему жопа? Потому что это пипец. Потом будет просто пипец. Ёб твою мать. Фух, я аж испугался. Так, ладно. Внимание! Вы входите в запретную зону. Немедленно покиньте ее. Не сработало ничего? Я один играю на вулкане профи. Ой, не профи, блин. Вулкан хардкор. Играю. Вот, даже можете посмотреть. Я тащу на хардкоре. Тихо. Нет, она реагирует со второй. Код 104S. Все. Посторонние. Нахер валим. Службе охраны. Так. Немедленно найти нарушителей. Так. Еще сейчас сделаю. Так, ладно. Так. Значит, что мы делаем? Дальше, значит, что мы делаем? Так. Значит, так. Значит, заходим сюда. Так. Так, тактика. Значит, где-то здесь должна быть какая-то штука такая. Эта штука должна нам помочь как-то в игре. Вот. Видим этот треугольник. Розовый треугольник. Значит, смотрите. Когда мы к нему приближаемся, сразу активируется код, который начинает запускать эти турели. И, в общем, вот. Нет, видимо, надо было дальше. Ладно. Внимание! У вас нет разрешения на вход в этот сектор. Так, вы ладно. Вы должны немедленно покинуть его. Так. Я уже за турель зашел, вы что? Может, вниз мне вообще пойти? Посмотрите, что там. Ну нахер, короче. Я спрячусь. Где боты? Где боты? Ошибка. Где боты? Ваш пропуск недействителен. Оставайтесь. Твою мать, боты! До прибытия сотрудников службы. Где еще боты? Сейчас выходить будет 50 ботов, блин. Я один. Так. Так. Что бат. Паты. На. Сука. Оставайтесь на месте. До прибытия сотрудников службы охраны. Сука.
Фух! Мы тащим! Мы тащим на хардкоре, ребята! Мы не сливаем! Только для персонала. Вы фух! Меня запалило это. Все. Нету знаков. Мы слили. Поздравляем нашу команду, которая слила. Просто слила. Один я тащил, пытался. Если бы не было этих ботов, я бы слил Мурену. Зашел, ну хотя ладно. Смысл, я бы все равно даже до третьего уровня бы, если бы дошел, то как я дальше бы проходил? Один. На хардкоре, ребят, один. Подумайте. Я понимаю, там, ладно, затмение. Или там вулкан на легком. Ладно, это понятно. Но, ребят, ну хардкор. Это хардкор. Фух. Ну хотя бы до скольких ты дошел. Ладно, один получил всю награду. Ну как всю. Не всю, конечно, но хотя бы что-то. Да, получил вот 400 опыта. Будем тащить дальше. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был Александр Новасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Новасов. Пишите комментарии под видео. И всем удачи, и всем пока.